Ого. 5К дается сразу. Ясиков ласка надо, да? Могу раздать фласки на СПД. Кому надо? Клони будет в фласке, не знаю, минус 500 ЕП. А танки не считаются? Танки не считаются. Я тоже не считаюсь. Ну, пулпер не считается, и танки, и хилы не считаются. Остальные считаются. Насик, принимай сумон. Он летает, ты зайдешь. Давайте по тактике. По станам. Антикружок. Ретри. Ромбик. Седли трусы. По очередности вы, наверное, в курсе. Первый кружок, вторая ромбик, третья трусы. На вторых вальках скажу, кому что станет. Это будет Тюменская стан, будет и Селфиш Марон стан. И, возможно, Седли, у которого в конце там откатится, скажу, заставить. На третьих вальках все то же самое. Да. Кроги же надо комбо-поинты набить. А он не набьет комбо-поинты? Ну, если длинный стан давать, сколько там 6 секунд там серии, то, наверное, 5 раз набить надо. Почему заранее сказать надо, как его варку бить? Там можно заработать трюком дать на 3 секунды. Он будет только вторые вальки станет, о каких комбо-поинтах речь? Там рогой можно типа прожать ваниш и подлый трюк сразу на 3 секунды дать. Я ваниш буду беречь на ловушку, я не буду его прожимать летом. 5 комбо-поинтов — это максимум 3 ГКД. Да. Там не проблема набрать. Дам я вам стан, чё вы, парень? Ну это по команде, Даша, only time, сумон принимай, кральчик, вторая фаза начнется, Даша, естественно, протанчу, всё. Умираешь сразу, встаёшь сразу, ему баф, забираешь на себя босса. Там Седли каплю на танк, сразу как поднимется. Ты знаешь, как танчить, да? Да, я помню. Бицом к РДД зоне. Что там еще вам сказать? Да, Эрела. Ну, я вообще думал прям в Лича встать сразу. Не сдалека танчика, а вернее танки, а вот в Лича встать. Вот можно сказать ближе. Не, не надо Лича. Не, ну некоторые просто они подальше стояли. И, соответственно, конечно, милики не успевали, а если я сейчас. Кружок потом. Ох. Кружок, ты тут? Да. Питон тут. Фотон. Ты тут, смарткил, пей фласку, пивай, пей фласку. Там мы летаем, фласку. Где фласка? Фотон, подтверди сумон. Ой, не сумон, а готовность. Ребята, куплю фласку на ДД, срочно. Огнежок, ты готов? Да, я готов. Ну, я запустил. Давай. Да ты на СПД пей фласку, одну не заметит. Неужели... Дай пухнастику, вот мне дам фласку. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть. О, отлично. Так, я буду череп. Ты череп — это ловушка, я скорбнее. РДД. Метки вешаются до ТБМ. Зенит — тотем звезда. О, не сложно релить, если буду косячить за данный приста опять. Сложно релить.
Диспелит Гекада, забыл сказать. РДД ловушка перебежали. Чума 3 секунды смотрим. Чума, диспел. Диспел. Бля, забыл сказать, что выйду надо спекнуться. Мелики, ловушка перебежали. Череп. Три секунды ловушки смотрим. РДД ловушка. Чума 5 секунд смотрим. Экстрима чума выноси. Диспел. Напали чума. Мелики, ловушка перебежали. Череп. Там ревностные баллы пропал. Вижу. Мизантроп, подними экстрему. Мелики, ловушка перебежали. Череп. Чума, одна секунда. Бафайте маг, гидрон, выноси чуму. В чарж, в шаркаря. Диспел. Чаржа не было. Где чарж? Ловушка на секунду, милики перебежали. Череп. 6% до переходки. Ловушка, сейчас смотрим. РДД ловушка, 3 секунды чума. Гидрон, чума выноси, давай, чарж. Не туда. Диспел. Видишь, гидрон? На край. Внимательно. РДД ловушка и все на край идем. Все, забили на босса. Видите, где милик паралайз? Он уже на платформе. Так. Фотон, давай гимноману. Геката ставь тотем прилива. Кралька СС на БДК. Кралька, пожалуйста, давай на лича, на духов, проклятие косноязычие. Листы ледяные сферы бейте. Да, смарткил, фотон и стербан. Давайте, играйте во сферы. Будет мало ДД по сферам, будет ГП. Духа во второго переключаемся, последний дух. Шесть секунд до фазы. Я его слово затанчу, не бей. Сэдли, ты понял? Сферку добить. Встали строго в звезду. Ну, я без пета бью. Так, первую слить, вторую. Давайте, ромбик трусы. Не ромбик кружок. С центра сейчас все выходим. 3 секунды до осквернения. Анти. Осквернение от черепа отбежали. Играйте в ромбик. Давайте рост. Ромбик убили. Играйте в лича. На другую сторону становимся сейчас. Все в звездочку становимся. Осквернение выносим к порталу. Все остальные игроки уходим к трону. Одна секунда, осквернение, смотрим. Вышли, вышли. Осквернение в центре. Селфиш, давай, стань ромбик. Сэдли трусы. Все через ромб играем. Ромб слит. Играйте в трусы. С центра все вышли. Сейчас будет осквернение. Все в лича пока. Ждем осквернения. 10 секунд. Фотон стоял бы в звезде, убили бы тебя. 5 секунд осквернения. 3, 2, 1. Осквернение на ретри. Все, бежим к звезде. Становимся как на первых вальках. Станы должны откадешиться у всех вас. Все звезду быстрей. Поверни лича.
себе кружок и трусы. Клов схватила, прожимайся. Трусы больше играем. 500 тысяч надо слить. С центра все вышли. Осквернение сейчас будет. Осквернение, огнежок. Отлично. Обратно в звездочку становимся. Седли, стан от... Нас ты станил. Селфиш, сможешь застанить следующую вальку? Окей. На осквернение стоишь же сейчас. Сейчас нет. Вальки сначала. От стороны осквернения полетят. Сначала вальки, потом выходим все с валик. Все, вышли с подваль, вышли с подваль. Осквернение на... Не знаю кого. Кружок и ромбик бейте. Смарткил, осквернение. Через кружок играем. Селфиш, стань кружок, Седли, ромб. Гидерон плохо. Почему вы метки не стоите, блядь? Давайте, все на край, только набираем дистанцию. Будет осквернение 12 секунд. Не-не, не веди лича, куда ты ведешь его? Осквернение 5 секунд, переходка 1 секунда. На край все отошли, на край. На край. На край идите, блядь. Видите, где звезда? На краю надо быть в этот момент. Так, Стербан, давай гимн на ману. Тут валька у нас. Ничего страшного, с ними не будет. Играйте в духа. Не первый раз это. Так, Кралька, давай обновляй косноязычие. Так, бейте сначала первого духа. У него будет 500 хп. Тогда переключаемся во второго. Играйте в кружок. Все в кружок. Третий дух вышел. Кто его Стербана сейчас рессел? Никто? Апис, поднимай Стербана. Ой, тупой. Сферки, от сферы отошли. От сферы отошли. От сферы отошли. Отошли от сферы. Бейте сферы. Смарткил, ты чё? Бейте сферы, один прист остался и хан. Не бегите на сферы, не бегите на сферы. Бейте в кружок все. Пухнастик, молодец. Звезду ставьте. Звездопад отдал, мизантроп. Ретрия, поставь Shadow Resist, прожми мастер аур, прожмите священную сакру. Захиливайте рейд. Ну пиздец, мы без двух БРов. Стербан, давай, выделяй духов и бей всепожирающей чумой. Пиздец. Сейчас выйдем с комнаты, будем бить духов. Залейте, пожалуйста, Полина. Ведем духов к звезде. Добиваем кружок. Дайте кто-то гимн на ману, нет маны у хилов. Стербан, есть гимн на ману? Нету, блядь. Кто-то что-то делает. Молодец. Выводи короля лича отсюда. Добивайте духа. Милик, идите бить лича. Седли, взрывай духа. Сейчас будет осквернение. Внимательно смотрим. Вышли все с под духов. Осквернение разливаем нормально. Протанчу, осквернение, летаем. За звездой. Нечем хилить, блядь. Звезду встали. Скажи, ты, блядь, как умер. Как ты умер? Зависла игра. Духов бейте.
Вы что, тупые, Харь, что ли? Духов. Да заткнись. Бейте духов, РДД. Два мага осталось. Кралька и два Елена. Бейте цепухой, давайте лаву. Огненный шок. Крист бей. Вышли из-под духов. Идем за звездой. Духи мелкие спускаются на рейд. За звездой. Прекратили дамажить. Буду я буду уже кидать ГП, даже если убьем с первого трая. Что там по мане кто-нибудь что-нибудь? Нет, Инера. Когда Стербан, сколько КД до гимна? Осквернение, 3 секунды, смотрим. Пулпер, осквернение. Вышли из-под духов. Седли взрывает, Седли захилим. Сколько там КД на гимн и на тотем? Тотем я только что поставил, потому что ман 0 было вообще. Я понял. Давайте звездочку. Прожимай мастер аур сейчас. Быстрее забежать в угол. Давай сакру. Забегайте в угол и захиливаем. Сейчас будет выход. Духи спустятся на нас, так что бегаем за звездой. Пошли за звездой. Духи спускаются. Не бить лича. Ча не бить. Захиливаем протопала и БДК. Осквернение 5 секунд, смотрим. Мелизона. Все, отбежали от духов, встали лицом к плечу, звездочку. Дотопал взрывом. Если не давала мастер ауру, давай сейчас. Так он это будет рост? Да. Да. Идем за звездой, духи спустились. Открыли карту, посмотрели, где звезда. К звезде идем. От экстрима. Не выноси так лужу. Надо пробегать, а не прыгать. Давайте рост. Чернение, одна секунда. Духи спустились, отбежали. Кто здесь? Ну, что ты хочешь от меня? У меня еще незыблемость есть, мне главное только каплю, дайте. Давайте звезду. У меня там остался добить лям.
Например, ретро, у тебя нету КД на бабл? Дайте мне каплю. Да ты тупой, не спасай тебе каплю. Да заткнитесь, блять, сука, вы можете помолчать, заебали. Кто тут редит? Смотри, ретро, выйдешь с комнаты, дашь на себя бабл и затаунтишь босса. Длань возмездия скилл называется, таунт, поняла? Там тюмен. Я понял. Ты же самый бабл и таунти на себя. Там просто да, осталось меня. Ну просто спасибо вот этим шестерым человекам, которые, ну, без комментариев. Я второй заберу тюменское, если что, третий. Осквернение пока. Кивай, убегай. О, домашки. Есть 8 секунд у вас. Тюменское забирай. Пиздец. Вот этот приз, короче, ему врезнули, и потом сразу два друида умирает. По глупости. Кстати, он меня баба убил. Реневал, не лутай босса, пожалуйста. Он меня в бабле убил, жнецом. Ты, наверное, рано его кинул. Такое бывает, кстати. Я прожал бабл, нажал таунт, он подбегает. Не, я понимаю, я... душ, и я умер. Я понимаю, я же имею в виду, что такое бывает. Может быть, жнец через бабл бьет? Нет, такое невозможно. Его сразу же убегать надо было, чтобы он не подбежал даже. Нам просто надо привыкать к тому, что это пиратка. Ну, вон, смотри. Атака ближнего боя иммун. Атака ближнего боя иммун. Жнец душ хит 297 тысяч. Значит, он бьет через бабл. Да не, блядь, да. Что за дебилизм бить жнецом через бабл? Получается, да. Ну, да, да. Детали смерти посмотри, а потом уже говори что-то. Да я понимаю. Кто, блядь, вот кто тупенький? Это я опять объясняю. Вот ты понимаешь, что такая цифра 6 миллионов, она никак, ну даже ты наполовину снизишь ее и на 20% от капли, ты никак, блядь, ну не выживешь. Блядь. Только уклон или парирование, полное избежание урона спасет. Никакая капля, блядь, не спасет. Да я сейчас не про капли, я имею в виду про бабл, что там сказали. Про бабл я говорю, единственный вариант, что жнец, сама способность вот этого 297, она бьет через резисты, через баблу, блядь, через глыбы. Ну как на Талдераме, то есть на Баланаре этот вихрь, он же бьет через бабл. Как стрела хаоса? Лезвие в РС-ке. Стрела хаоса. Лезвие в РС-ке тоже бьет через бабл. А по ХПС вообще заебись, кстати. Был. Да, он суровый тоже пробивает. Это же только на этом придумали. Если разве бабл. Да, пробивает бабл. Да, помню, на прошлом, когда я ходил, прожимал бабл, что-то меня лезвие не убило. Ну, давай, последний пойдешь, да? Свободен. Ну давай. Пробивай, пробивай. Настал час расплаты. Не, ну может мне повезло, наверное. Я вообще имею в виду, что на прошлом, когда меня не пробивало. Это хуйня тебе показалось. Вот я стою, как лев. Ой, сука, тут альянс, пизда мне нахуй. Они мне тут помогают. Хуево помоги. Че кому надо залонговать? Лук. Лук надо. Вы уже убили там? Да. Ну хорошо. Джерик. Вороти, привет. Олег, тебе Глор, у меня коня. Договорились? Олег, я не рожу Глор, тебе коня. Изи. Я могу сделать так, что ты ничего не будешь рулить. Это жиза, кстати, да. Кто в бой идет? И токен какой, кому надо. Упала. Зарывайте, отлично. Ребят, теперь это не упадет, блядь. Спасибо, выйду. Смотри на ВТХ. Глора. Смотри, не Х. Токен охуенный. Какой токен? Завоеватель, блядь. Защитник.
фигню наванговал. Так,